Безопасность ребенка во время поездки в автомобиле – это первостепенная задача для любого водителя. Родители должны позаботиться, чтобы их малыши находились в безопасности во время движения автомобиля и не пострадали в случае непредвиденных ситуаций. Так, 25 мая в районном центре сотрудниками отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России Кашхабский провели профилактическое мероприятие «Детское автокресло». На территории района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Детское автокресло». Цель мероприятия – обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и снижение тяжести дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. В ходе рейда госавтоинспекторы разъяснили водителям автотранспорта о необходимости использования при перевозке детей детских удерживающих устройств и штатных ремней безопасности, а также об ответственности и последствиях неправильной перевозки юных пассажиров. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать правилами перевозки детей. После профилактической беседы каждый автолюбитель получил тематическую памятку о важности использования детских удерживающих устройств.